Всем доброе утро. У нас сегодня физкультура. Малыш учится лежать на животике. Точнее, он лежит на животике и все время падает на бок и кричит из-за этого. Потому что лежать на спине неохота, хочется лежать на животике. Все, капризуля включилась. Алишер уже уехал на работу. Сегодня суббота, как обычно, Алишер работает. Да, у меня... Есть 1,5 часа на то, чтобы убрать всю квартиру перед приходом гостей. Если бы у меня не было малыша, это было бы идеально. Я бы точно успела. Сейчас не знаю, при учете того, что он капризничает и хочет, чтобы вы развлекали. Вот вчера-то я не все успела по дому из-за того, что дел было очень много. Малыш весь день на руки просился, еще я плохо себя чувствовала. Я вчера в итоге приняла все эти... таблетки, про которые я говорю, ну, витаминки и железо, мне стало намного лучше. То есть я сегодня себя чувствую уже совсем по-другому. У меня реально вчера голова кружилась, так что я, наверное, пару недель продолжу этот курс. То, что после родов мне сказали 2 недели это все принимать, я попринимала, потом перестала. Видимо, надо еще. Наверное, опять гемоглобин упал. Да, скажи? Затюкалась мама. Малыш сегодня ночью отлично спал. Да. Спит он практически всегда в своей кроватке. Сегодня вообще, не знаю, 2 часа, наверное, только с нами спал. Потому что когда я его кормлю, я иногда засыпаю рядом, потом просыпаюсь, перекладываю его. Да? Молодец, большой. И стал сегодня 9:30. А, как в голову прострелило. Ой, ёлки. Блин, как больно. Что такое? Кстати, у нас на улице выпал снег. Очень-очень красивый, но я пойду гулять с малышом только вечером, потому что днем мы будем снимать очень много видео на зазеркалье. Нам надо так на пару недель вперед отснять, потому что мы не будем на следующей неделе снимать ничего. Вот, и у нас сегодня в планах громадье, поэтому с малышом только я в 7-8 вечера пойду. Где? Где, скажи? А мы вчера его не купали, потому что я была никакущая, и... Прогулка вчера была вечерняя до 10. Малыш в итоге спал с 8 до 10. Нет. С 7 до 10 где-то, да. Потом я его покормила. Он, конечно, не стал укладываться в 11 вечера. Потусил до часу ночи и вырубился. Совушка он у нас, совушка. Ничего с этим не поделаешь. Потому что когда он хочет спать, он заснет где угодно и когда угодно. А если не хочет, тут хоть с бубном танцуй, да? Скажи, весь в мать... с ее дурацкими биоритмами. Короче, вот, ждем девчонок в гости. Я не буду снимать уборку. Ну нафиг. Так что увидимся уже, когда девочки придут. А, что происходит? Что происходит? Что такое? Паника, паника, паника. О боже, о боже, мой боже, мой боже. Мы пришли гости. Какое счастье, какое счастье. Пришли гости. Я вас так люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас обожаю. Я вам так рада. Вот я вам сейчас принесу свою любимую игрушку. Нет, это не твоя любимая игрушка. Неси любимую давай. Нет, любимая, она решила не нести. Вдруг ты отберешь. Ой, как здорово, как здорово. Вы можете просто стоять, я побегу. Она хвост свой. Я теперь тоже кудрявая. Вау! Это как ты так забрела? Это похоже, знаешь, это я у мамы вместо швабры. Я так по утрам выгляжу. Иногда думаю, о, может мне так походить, клево выгляжу. И через полчаса это все так и сосульки. Круто? Сейчас нарисуем лицо. Давай рисуй, а я поставлю кофе-чай. Олеська готовится к съемкам. Хотела спросить, сейчас спрошу, когда выключу камеру. Видите, как красивое платье. Мы сегодня с Олесей в одном цвете. У меня чуть потемнее. Угу. Колготочки будешь красиво надевать? Да. Эти тоже очень подходят. Да, я знаю. Я все знаю. Вот у меня вырастет ребенок, ты же будешь такой, мама, я знаю. Я ему буду, ну надень бабочку, сейчас мы будем тебя снимать. Не хочу. У нас съемки полным ходом, поэтому я не снимаю влог. Так, перекинула. Малыш с нами здесь. Можно поставить вот сюда.
Ну-ка пошла, встала сниматься. Много пошло, встало. Что это такое? Иди сниматься. Работать. Работать. Какая толпа. Перенаселенка у нас прям. Как нам сесть? Как угодно попадает. От стола до вот этого. Да. Нам надо вот так полукругом сесть. А потом уже... мы потом же сядем еще кружком или мы так и будем сидеть? Полукругом будем сидеть, чтобы нас было видно. Тра-та-та-та-та. Я, наверное, сяду в угол к ребенку. Около него. Так, Битера, как активировать предпросмотр? Ну, что нажать-то надо? На фотоаппарат. В папке нет снимков, мне сказали. Ты его отформатировала таки? Так. Так, а так. Я нормально выгляжу? Ты опять? Так, как мы помещаемся? Вы сядьте, а я вас перенаправлю, если что. У нас рекламная пауза во время съемок. А вы до 6 ровно? Ну, я не знаю, зависит от кассы. Касс, до скольки вы? Да, ну, после вылезаешь, да. А то у нас такие наполеонские планы. Ну, все вылезает там. А? Все вылезает, говорю. Все? Да, хорошо. Прикольно, кстати. Ну, кадр, по-моему, хороший получился. Еще костра не хватает. У нас вместо костра хугер-мугер. У нас тут видео скидывается. Так, главное не нажать на удаление, а то я могу. Нет, не надо, я не хочу переснимать его опять. А можно еще раз на бис? Нет. Что? Лап-лап-лап. А вы всегда хором это говорили. Ой, Марина, ты просто гений. Только ты хотела на табуреточку. Вот и поставила. Ты же сказала, не надо. Я сказала, окей. Вообще, мне кажется, что норм будет так. Давай. Потому что табуреточка будет высоко очень. Тогда поставишь фотоаппарат на штатив? Ты как раз включила на момент, когда сейчас будет все падать. Думаешь? Я почему-то не уверена. Ой, неудобно сидела. Давай! Подожди, пожалуйста, нет. Окей. Но если следовать логике... Что происходит, когда у тебя 3 табуретки и 4 гостей? И ты еще 5-й. Да, у нас тут в меню пицца и сырники. Да. Да. Мы готовили сырники коллективно. А пиццу мы не готовили. Мы за ней следили. Мы за ней следили, да. У нас рекламная пауза. Здравствуй. Здравствуй. Кукуськин. Кукуськин, давай ты заснешь, а? Пора спать. Деловая колбаса. А я красивая. Да-да-да, так и мне кажется, мы стараемся. Похоже на гантелю. Да. А что это? Это ролик для прессы. Я снимаю на телефон, потому что у меня разрядилась камера, а Марина снимает на телефон. А вон моя красота. А вон тоже моя красота. И вот моя красота. Мы проводили уже Битер и Касс, и теперь идем на станцию. Я иду провожать Марину. Да-да-да-да-да-да-да. Так что поэтому на камера. На самом деле, мы самая странная парочка, которая только можно представить. А зачем мы друг другу нужны? Значит, ребята. Короче, тут идет какая-то девушка рядом странная, по-моему, снимает влог. Такие странные эти ютуберы. Все время они, по-моему, ненормальные. Вот будет нормальный человек идти с камерой разговаривать. Мы столько всего сняли, вы бы видели этот срач у меня дома.
В такие моменты я очень рада, что вы не ко мне приезжаете. Везде есть свои минусы и плюсы. Но теперь они будут ко мне ездить, а я буду убираться. Раньше было наоборот целый год. Так что теперь год так. Ну, зато я так далеко живу, что когда мы собираемся, это получается крайне продуктивно. А я чем хуже? Мы пришли на вокзал. Марина пошла спросить, с какой платформы поезд, потому что непонятно. Вот одна платформа. И вон вторая, и на обеих пусто. Я не знаю, где народ есть. Тут вон подсветка такая клевая. Во. Вот и Марина с Олеськой. С какой? Со второй? Дальняя. Это первая. С той дальней она сказала. Значит, вторая. Они все причем и первую, и вторую показывают. Вот с той дальней. Да-да-да. Эть, скрипит коляска, надо смазать. В нее попала грязь. Нет, она не разваливается от древности. Нет. Кстати, это многие спрашивают. Коляска неоната называется. Я смотрела новые коляски эти. Они клевые. Я думаю, если это такая крутецкая, то современные вообще супер-пупер будут. Ух ты, какая у меня помощница. Молодец. Уже поздний-поздний вечер, 11:30. Мы с Алишером собираемся поесть, а потом ложиться спать. Я уже всех проводила, все убрала. Осталось только куча иголок от искусственной елки на полу. Но это я завтра пропылесошу. И я разберу елку. Видите, она уже странно выглядит, потрепанная такая. Потом узнаете, почему. В общем, завтра я ее буду собирать. Альшер вон ходит. Марина мне подарила супер кулон. Это распределительная шляпа из Гарри Поттера. И еще гель-лак. Завтра я буду им краситься. Смотри, Рекса, какая крутая штука. Давно хотела его. Это от Салли Хансен. Проверим, так ли они круты, как про них говорят. Рексе больше всего понравилось. Рекса, хочешь, я тебе нос намажу им? А еще много кто спрашивал, как мне отправить посылку, что отправить для малыша. Адрес есть под каждым влогом. Если вы хотите отправить, адрес там. И напишите мне ВКонтакте под последним постом, что вы отправили посылку. И трек-номер, чтобы я могла ее отслеживать и получить вовремя, чтобы она не потерялась. Вот. А на тему того, что отправить для малыша, всегда очень актуальны памперсы. Уже третьего размера наперед, если честно. Он пользуется Pampers Premium Care. И одежда на вырост. Вот. Все. Я не знаю, что еще придумать. Дальше, если у вас есть желание, то это полет вашей фантазии. Вот. Но вообще, спасибо тем, кто что-то мне присылает. Это очень-очень приятно. Ладно, я читаю опять какая-то... Ну, я устала. День был очень-очень классный. Я не знаю, наверное, завтра влог смонтирую. Да, сегодня уже не успею. Сейчас надо съесть вот эту таблеточку волшебную с железом. И тогда мне будет хорошо. Да, Кузя? Кузя, ты уже поужинал? Все отлично? Все у кота отлично. Ладно, пойду на кухню, а то Лишер сейчас съест все остатки сырника. Пока.